водительское удостоверение вы получали? Нет. Не получали вообще? Нет, не получал. А сколько сегодня вы выпили? Ну, рюмок 6. Чего? Какого водки, продукта? Водки. Водки? Да. И сели за руль? Да. А в машине кто еще находился? Со мной находился парализованный инвалид и со мной друг еще находился. Кто? Друг. Друг? Да. Ну, вы знали, что вы в состоянии алкогольного опьянения, да? Да. А причиной ДТП что вообще послужило? А потому что я вот начал тормозить здесь на асфальте, да, я не сразу тормозил, как последняя, я три раза тормозил, она не тормозит, она, короче, так и идет. И в автобус въехали? И вот въехал я из-за этого, потому что я три раза нажмешь, тормоза она хватает, она должна сцепляться с дорогой или кого ли, она должна как-то здесь тормозить-то, она не затормозила ее. И в автобус въехали? И въехал, конечно. Все понятно. Ну, посыпали бы они, я бы не въехал. А, так коммунальные службы виноваты? Конечно, они виноваты. То... почему нет-то? Как же так перекрестка, как у них? Все понял. Ладно, спасибо.